я тут тоже как будто чекаю. Камера, мотор. Да, для антуража. Да. Все, мотор, начали. Здравствуйте, я Василий Жирдев. Хочу взять интервью у Эдуарда Тополя. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот хочу как бы для школы, своей школы запас, да, здоровье, деньги, счастье для женщин, чтобы у них вот эти все три составляющие. И вот женщинам интересно, как вы стали писателем? Можно такой стандартный вопрос? Ну, я, конечно, этим обязан женщинам, потому что мама родила меня писателем, видимо, с самого начала. Это было, или это было там где-то наверху прописано. Да. Ну, вот теперь мы отвлечемся, прервемся, а потом закончим. Извините.